Приветствую вас. Я думаю, что начать стоит с того, что у вас такое вот в некоторой степени собственническое отношение к парню, потому что только через собственническое отношение можно испытывать страх потери, вот, и тут вот нужно, наверное, все-таки выяснить, ну, почему вы боитесь, что потеряете своего мужчину. Точнее, даже не своего мужчину, а ну, просто мужчину. Это нужно исследовать. В любом случае. В любом случае это нужно исследовать, а в любом случае это нужно разобрать, вот. Почему вы боитесь потерять мужчину? Вот. Что по-вашему произойдет, да, если вы потеряете, ну, если вы потеряете машину, что по-вашему произойдет, что по-вашему случится. Вот. И, на мой взгляд, вот, то, что лежит в основе вашего страха мужчину потерять, как раз таки нужно вот поисследовать. А потерять вы, скорее всего, боитесь что-то, что человек вам дает при взаимодействии с вами. Я не знаю, что это, конечно, но что-то он вам дает, очевидно. Что этот человек вам дает. Вот. И, в принципе, можно данный аспект поисследовать. В принципе, можно данный момент изучить. Ну, вам. Чтобы было как-то вот попонятнее. Чтобы лучше себя осознавали, чтобы вы лучше себя, может быть, понимали, да, чтобы у вас были более полные представления о том, что с вами происходит. Вот.
такой момент. Постарайтесь определить, почему он для вас так важен. Молодой человек, я имею в виду. Чем он для вас так важен? Вот. Вы можете это определить сами. Я думаю, что у вас, есть для этого все ресурсы. Вопрос, конечно, заключается только в том, хотите ли вы этим заниматься. Вот. Для этого необходимо определить, что он вам дает, молодой человек. Что он вам дает, что вы с его помощью хотите для себя получить. Вот. И дальше будет уже более понятно, почему вы, собственно, так вот сильно заинтересованы в нем, в молодом человеке. Вот. И что можно дальше делать? Как можно дальше поступать? Вот. Если же отвечать на ваш вопрос, скажем так, прямо, да, то я бы сказал, что чтобы влюбить в себя мужчину, вам достаточно просто быть для него той женщиной, которую он хочет видеть. Для чего, конечно, имеет смысл получше его узнать, для чего, конечно, имеет смысл разобраться в том, что ему, вообще говоря, интересно, вот, что ему, вообще говоря, нравится, и после этого вы сможете его влюбить в себя. Другой вопрос, что если вам это будет даваться тяжело, к примеру, то вот в таком случае потом это вам аукнется негативом в отношениях. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.